Да, я начала. Всем привет, вы на канале Дианки Типает. Сегодня я буду снимать взаимно... Ой, Хотя ты хотя бы слышишь, что хотела сказать? Простите, сегодня будем снимать... Го взаимно. Да. Блин, просто мне это видео уже, которое я снимал, если кто видел, и вы должны увидеть. Взаимная подписка, это означает, что я подпишусь на ваш канал им без отписок. Как увидели, у меня поменялся профиль. И теперь у меня не видно, а на Дианок и такое. Да, да, начинаем. Это, кстати, вторая часть. Знаю, да, еще, да, сразу вам говорю, что это вторая часть. Блин, знаете, он такую ловушку построил, то что я не могу забраться на него. Вообще-то можно забраться, просто дерево сломаешь. Правда? Да. Всё начинаем. Ну как-то же надо попасть домой. Я теперь никак не могу попасть домой. К своему родному дому. Какого фига, где твоя лестница? Ты что, офигела, где твоя лестница? Ребят, это смешно немножко. Давай быстрее, короче, а? Сейчас. Это забираться немножко сложно. Знал? Знал? Ты что, слепой? Хорошо. Слепой, да? Слепой. Вот слепой. У нас еще 40 стрел, и мы вот так вот одеты, если вы помните. Да. Помните. Они еще как-то не должны помнить, как будто. Такс. Такс. Ну, если кто, конечно, видел серии, тогда точно кто-то помнит. А как-то нет. Да так. Да блин! А, вот эта кирка. Мне хотя бы одно золото надо. Диана. Сейчас. Блин, Диана. Вы знаете, я такая в Майнкрафте. Знаете, когда в прятки мы играем, я такая же. Даже Артём. Да, такая же. Прям в точь-в-точь. Зануда. Твою новую серию. Да, если кто видел... Зануда. Ну, сериал Зануда. Это ты хотя бы знаешь, что означает зануда? Это, по-моему, тебе надоедает. Я тебе уже надоела? Нет. Да блин. Почти. Ты что, не хочешь со мной видеться никогда в жизни? Хочу, но ты в Майнкрафте, знаешь, тормозной. А сам ты тормозной. Быстрее можешь? Конечно, могу. Быстрее. Сейчас. Да блин, Артём, ты мне сам мешаешь. Ладно, ладно. Так, вот еще раз. Знаешь, как это сложно забираться? Блин. А потом вот здесь вот. А дальше как? Все. Все, я теперь на своей крепости. Все, начнем? Да, начинаем. Все, начинаем. А что мы делать должны? Убивать друг друга. И кровати ломать. А если кровать там сломать, друг? Ну, значит, ты проиграл. Блин. Если тебя сейчас убьют, то ты проиграл. Все, я забрал твою кровать. Как? О! Ты меня убиваешь? Блин, яблочки, яблочки. Вот, блин, а. Я сломаю кровать, а уничтожить ее не просто. У меня лук. Много стрел, а у меня мало стрел. Блин. Мне не надо. Блин. Как будто не бьешься. Я бьюсь. Я просто золотые яблочки съел. Да блин, когда ты сдохнешь? Ты что, быстрее? Да, ты еще яблочки там покушаешь. Перестань, перестань, все. Ну блин. Я выиграл. Артём. Да нечестно. Как ты? Ну-ка, как ты забрал мою кровать? Посмотри на твою секретную лестницу. Ты уже проиграл, ты в курсе? В курсе, что ты уже проиграл? А, смотри-ка, знаешь, как я пробрался? Ну, блин, не надо мне ничего. Ладно. Я просто заберусь опять сюда. Да, кто и забрался. Ты же
Это куда? Это куда? Артём, не бить. Смотри, ты так выиграл. И что? Ты что делаешь? Блин, да так неинтересно, Артём. Я уже тебя победил. Пока. Кровать мою нашла, да? Не нашла? Где дела? Я ее сам, я свою кровать потерял. Где она? Ты сломала, что ли? Ты что, сломала мою кровать? Нет, не успела. Успела. Не успела. Я твою первую кровать сломала. Ну, короче, лучная борьба. А я лучше тебя стреляю. Я знаю. А у меня стрелы закончились. Так тебе и надо. У нас мяч. И топорик. Блин, а хватит ты. А ты козявка. Хватит, а ты хватит, козявка. Козявка. Драная. Ну так ты драная козявка. Ну, кстати, тебе ботиночки не взяла, поэтому плюс то, что я, как я тебя победил, ты была без ботинков еще. Вот так, кстати, я еще иногда победил. Блин, хватит ты. А ты тоже хватит. В курсе, ты хватит, окей? Хватит. Блин, ты скоро сдохнешь. Я яблочко сейчас съел. Ты что думаешь, что? Ты мне броню почти сломала. Ты что сказала, хватит? А сама? Блин, мне не нравится, как ты со мной играешь. Так это же ты не честно. А как ты вообще забрал? Да. Я тебе показывал. Да. Артём. Чё? Ты хотя бы знал, что... Чё? Ничего. Ничего. Ты же не злишься на меня? Не злишься? Твою кровать, что ли? Сейчас. Недавно. Конечно. Ты чё моё дерево ломаешь? Хочу и ломаю. Ну ты, конечно, дурак. Нельзя мой дерево ломать. Сейчас как мясником тебя зарежу. Не надо мне стрелять. Все, я безоружный. Ты что, я дерево думаешь? У тебя уже шлем сломался. Короче, бежим, ребят, сюда. Ага, ты будто от меня убежишь. А ты у кровать взломала. Подожди, факелов-то у нас нету. Я выйти нажала. Ну, тогда заканчиваем, заканчиваем. Да. Сейчас мы будем играть в прятки на твоей карте. Да, и я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.